сотрудник пресс-центра МВД России Владимир Коновалов. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задокументирован факт получения незаконного денежного вознаграждения в размере 500 тысяч рублей. В противоправной деятельности подозревается мэр города Семилуки Воронежской области и начальник сектора земельных отношений администрации Семилукского района. Данные лица пообещали воронежскому предпринимателю обеспечить победу на выборах в Совет народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области. Свои услуги они оценили в 1 миллион 300 тысяч рублей. В ходе оперативного эксперимента чиновники были задержаны при получении части требуемой суммы в одном из ресторанов города Воронежа. Оперативно-розыскные мероприятия по пресечению фактов коррупции в органах государственной и муниципальной власти продолжаются.